погода продолжает благоволить самым смелым планам и ожиданиям нижегородцев. Можно смело отправляться на природу, на пляж или просто пешую прогулку. В первую половину недели синоптики обещают нам до плюс 30 градусов тепла. При этом жара перестанет быть навязчивой. Переменная облачность без осадков спасет положение. А вот ночи станут существенно прохладнее, плюс 13 выше нуля. Сюрпризы начнутся ближе к концу недели, в четверг. В четверг через Нижний Новгород пройдет холодный атмосферный фронт. Он прольется интенсивными ливневыми дождями, прогремят грозы, и температура повысится до 15-20 градусов. В пятницу непогода немного успокоится. Небольшой дождь, облачно до плюс 28. В субботу снова ливни. Впрочем, жара не уступит ни градуса, до плюс 30 по Цельсию. В воскресенье новый поворот. Сухо, солнечно, умеренно. В ночные часы от 12 до 18, днем 23-28 тепла. Ветер южный, никому не нужный. Горький ТВ желает вам легкой рабочей недели.